Один леснопожар зарегистрирован в крае. Как сообщают управление лесами правительства края, очаг возгорания расположен в Николаевском муниципальном районе. Огонь тушит 37 сотрудников лесоохраны. Пожар возник 9 июля. В ближайшее время он будет ликвидирован. Новых возгораний в крае не зафиксировано, пояснил начальник отдела охраны и защиты лесного фонда Сергей Бутин. Также он уточнил, что всего с начала пожароопасного периода в регионе возникло 304 лесных пожара. Огонь прошел площадь 44 тысячи гектаров. Сотрудники управления рекомендуют жителям края быть предельно внимательными с огнем, не заезжать без необходимости в лесные массивы на автомобилях, не бросать окурки и другие источники воспламенения. При обнаружении лесных пожаров необходимо сообщать о них в единую диспетчерскую службу края по телефону 8 800 194 00.